Персия, 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 Персия. Скажи мне, почтенный сапожник, не тебя ли зовут Мустафой, который знает про все на свете? Ах, любезный прохожий, я и был таким Мустафой, которого знал весь персидский базар, как такого Мустафу, который знает про все на свете. Но теперь проходи мимо, посетитель рынка, дай мне спокойно починить этот каблук. Я хожу по вашей стране и собираю сказки и истории, чтобы через много сотен лет разные дети разных стран узнавали сказки Шахерезады или правдивые истории Мустафы-сапожника. Ай-яй-яй! Почему ты не явился раньше, прохожий, посетитель рынка, собиратель историй? Почему ты не явился раньше? Уходи и дай мне починить этот каблук, я буду молчать. Почтенный сапожник Мустафа, мудрейший Али-Баба, с которым меня свел случай, посоветовал мне послушать твой рассказ про мудрейшего Али-Бабу, так, про его брата Касыма, так, и 40 каких-то разбойников. Так. Никому в мире он не доверит своей истории так, как доверяет ее почтенному Мустафе. Так сказал Али-Баба. А чем же ты его так обидел, что он об этом не догадывается? Ай, я буду говорить, а ты будешь слушать. Итак, Персия, Персия! Персия, 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 поет он и танцует, вот, вот за что мы очень, вот такой народ. Персия, Персия, страна чудес, если я, если я родился здесь, песнею с песнею теряю вес. Персия, 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 однажды теплым светлым утром на базаре такую людям злую новость рассказали. У Али и Касыма, двух братьев родных, умер старый отец,
умер добрый отец, рассказали. Брат Косым, старший брат, стал наследство копить, торговать, покупать, прибавлять и растить, рассказали. Младший Али-Баба стал дарить, угощать, все гостям раздавать, бедняков баловать, рассказали. За Косыма женой отдал дочь Фатиму, отдал главный судья и в придачу дворец, рассказали. Дворец! Дворец! Жены Али-Баба взял подругу Зейнаб. Жены Али-Баба взял подругу Зейнаб. Ей на свадьбу кувшин отдал бедный отец, рассказали. Рассказали. Обыкновенный старый кувшин, да? Одному кувшин, другому дворец. Эй, Косым, а Косым? Говори, Фатима. Брат твой ходит босым? От большого ума. Очень умный твой брат, очень добрый твой брат. На базаре о нем говорят. А что они обо мне говорят? О тебе все вздыхают подряд. Брат Косым, он всего лишь богат. Эй, Фатима. Слушаю, мой господин. Лимоны здесь, вот здесь хурма, инжир, все в погреб. Съешь апельсин. Наш Али-Баба, это знаешь сама, очень глупый бедняга, а ты съешь апельсин. Болтунов на базаре ожидает тюрьма, твой папаша судья, а ты съешь апельсин. Золотое шитье, какова бахрома, ткани быстро в подвал, и съешь апельсин. Ва-бу-бу-ба, ва-бу-бу-бу. А завистников драных в такие дома не пускают хоть трижды, он брат Фатима, слышишь? Слушаю, мой господин. А завистников драных в такие дома не пускают хоть трижды, он брат Фатима, слышишь? Слушаю, мой господин. Ва-бу-бу-бу. Ва-бу-бу-бу. Значит, почтенный Мустафа, богатство сделало старшего Косыма жадным и злым, и они закрыли двери своего дома для Али-Бабы и Зейнаб. Ты правильно понял, но ты неправильно перебиваешь историю. На Востоке все решает солнце. Оно вселяет в одних мудрость и веселье, но у других оно выжигает гостеприимство и братское чувство. Может быть, о жарком нашем климате и любили поговорить красавица Зейнаб и ее Али-Баба Меджнун, что в переводе «безумно влюбленный». На востоке простор, над простором шатер, над седой шапкой гор, гордо синий ковер. Очень жарко. Можно ткать, можно шить, можно трубку курить. Можно жить, не тужить, можно друга любить. Но очень жарко. На востоке живешь,
гости друга зовешь. На востоке живешь, весь базар позовешь, наш обычай хорош. Но очень жарко. Моя маленькая жена. Очень жарко. Эй, гуляй, молодежь, добывай себе грош. Хоть очень жарко, постареешь, поймешь, жарко жить. А умрешь. Ай-яй-яй. Очень жалко. Постареешь, поймешь, жарко жить, а умрешь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Очень жалко. Очень жалко. Хорошо смеяться, когда совесть чистая. Хорошо веселиться, когда семья счастливая. Ай, хорошо смеяться, когда в доме шаром покати. Последнюю рисинку последнего плова гости доели. Али-баба. Ничего, ничего, моя маленькая. Вряд ли сегодня, Али-баба, гости придут. И вряд ли завтра. Ничего, посмотри, и не там, и не тут. И вряд ли завтра. Али-баба и Зейнаб с голодухи помрут. И вряд ли завтра. Вах, твои руки лишь и голова нас спасут. Это будет сегодня? Ничего, Зейнаб, пойду, сижу, подумаю. Сел под дерево Али-баба, влюбленный муж. Думал день и вечер Али-баба, достойный муж. Утром пришел на базар. Здравствуй, Али-баба. Здравствуй, дядя Мустафа, я спешу. Что надумал, добрый человек, назови кратко. Вот последние динары, так. Вот на них я покупаю двух ослов покрепче, так. Вот топор потверже, так. Вот веревка попрочнее, все. Целый день ждала в голодном доме. Дров в горах Али-баба срубил, утром на базаре продал, милый мой. Утром на базаре накупил орехов, риса, мяса, зелени, моя Зейнаб. По дороге детям сладости и лепешек. И чуть-чуть оставил к чаю для Зейнаб. Али-баба. И чуть-чуть оставил к чаю для Зейнаб. Али-баба. Ай, Зейнаб. Али-баба. Моя Зейнаб. Али-баба. Моя жена. Али-баба. Маленькая. Али-баба. Спасибо, солнце Персии. Любовь победила беду. Значит, сегодня Али-баба гости придут. И также завтра. Плов пойдет, выпьют чаю и песни споют. И также завтра. Лишь для любви и веселья люди живут. Мудрости это я отдал вчерашний мой труд. И на завтра, и на послезавтра установил Али-баба порядок дня. Уходил он в горы за дровами, на базаре утром приветствовал меня. Так и жил бы дом его трудом и миром, без нужды и зависти, если бы не страшный случай. Ах, горы Персии, солнечный край, леса густые, ходи и наблюдай. Ходил Али-баба
рубил и напевал. Вдруг чей-то топот, шепот, всадников привал. С лошадей слезай, мешки на плечи. У двери в пещеру по порядку стонай. Это быль уже не быль, а небыль. Вдоль ущелья только пыль до неба. Там, где за день двух людей не встретил, от людей и лошадей и ужасный ветер, 40 конных безобразных ураган, впереди их одноглазый атаман. По порядку назовись передо мной. Первый! Пятый! 35-й! 40-й я! Разбойник, как можно тише. Стройся! Сим-сим, сезам, откройся! Хочешь, верь своим глазам, хочешь, не верь. Всех пустил к себе сезам и запер дверь. Ну и чудеса в горах, я вам скажу, весь зарылся я в дровах и весь дрожу. Что за люди, что в мешках, почему сим-сим? Что за ястреб одноглазый, почему сим-сим? Что за дверь в горе, как страшно, почему сим-сим? У Али-Бабы слова дрожат, дрова дрожат, с ним. Что такое сим-сим? Дашь ответ, гора, на это? Ухожу? Если только до ответа додрожу. Сим-сим, сезам, откройся! Хочешь, верь словам моим, хочешь, не верь. Отпустил их всех сим-сим и запер дверь. Снова кони пыль и сразу ураган. Первым снова одноглазый атаман. Выпишу наркоманда, злая банда. Шито-крыто, шито-крыто, шито-ва! Мы в этой реке не мутим, убиваем, а не шутим. Шута, круто, круто, шутова! Что награбим, сохраним? Все укроет крот сим-сим! Сим-сим-сим! Четко, кротко, кротко, четко вам! Быстро прячем мы в мешки. Шатко, кратко, кратко, шатко вам. И бесшумная команда, злая банда, а команда шито, крыто, крыто, шито вам. Что награбим, сохраним? Сохраним! Все укроет крот сим-сим. Сим-сим! Четко, кротко, кротко, четко вам. У всех бывает так, у каждого бывает зелено-серый страх, всю душу раздирает, но в самом центре страха минута наступает, где любопытство страху тревожится, мешает, и словно ты опять малыш, скребется кто-то, будто мышь. Ну что ты потеряешь, ну что ты потеряешь, если все узнаешь,
Ах, любопытство — это пытка, страшней гремучего напитка. Ах, интересно, где и что? Ах, любопытно, что и как? Ах, интересно, почему, Сим-Сим, откройся? Али-Баба, чудак, постой! Кто ты такой, простой бедняк? Ведь любопытно, да? Ведь любопытно, да? Тогда иди, не бойся. Ну что ты потеряешь? Ну что ты потеряешь? Если все узнаешь... И он пошел к пещере скорей и громко крикнул двери в горе. Сим-Сим, откройтесь! Будьте так добры. Спасибо, награди тебя, Аллах. Ах, смотреть, все в коврах, в зеркалах. Что там? Новая пещера? Ах, еще? Сколько комнат, сколько сказок в зеркалах. Копья, шлемы, ах, кинжалы, ах, мечи! Что в кастрюлях плов вкусней, чем ел Аллах? Куры, фрукты, мясо, ах, лепешки, ах, вино! Ах, Али-Баба толстеет в зеркалах! Там в пещерах от камней светлым светло, там Али-Баба глазел все ах да ах, кубки, ткани, драгоценности, халва, каждый нищий здесь султаном станет, ах! Ах, индийские, сирийские шелка, ах, посуда, ах, халаты в зеркалах. Моя бедная Зейнаб, не видишь ты, я возьму тебе немного, скажешь, ах. Вот я взял, незаметно сколько взял, даже стал еще больше в зеркалах. Все, глаза устали, сыт я и устал. Завтра утром накормлю я весь базар. Но не звука, а Сим-Сим и зеркалах. Спасибо, солнце Персии, здесь любопытство победило страх. Спустилось солнце 2 часа тому назад. Ушел мой муж и не вернулся он назад. Куда бежать, Али-Баба, вперед-назад? Спустилось солнце 2 часа тому назад. Кто нам поможет, беднякам, где силы взять? Аллах высоко, а султан, где денег взять? Что делать? Помощь в Персии не дать, не взять. Кто нам поможет, беднякам, где силы взять? В горах давным-давно черным-черно, наверное. А во дворцах спит каждое окно, наверное. Али-Бабу съел дикий волк давно, наверное. В горах давным-давно черным-черно, наверное. А во дворцах спит каждое окно, наверное. В горах давным-давно черным-черно, наверное. Али-Бабу съел на востоке живешь, весь базар позовешь, наша
очень жарко. Мой рассудок очень слаб. Над простором шатер. Голос твой мерещится, мой Али-Баб. Над седой шапкой. Голос твой мерещится, мой Али-Баб. Гордо синий ковер. Вот ты сам приснился весел, жив и храбр. Но... О, возьми меня с собой, Али-Баб. Очень жарко. О, возьми меня с собой. Молчи, Зайнаб. Иди сюда, гляди сюда, молчи. Налей мне чай и помогай, молчи. Тише ресницами моргай, молчи. Султан, услышь ты, прощай, молчи. Динары в землю засыпай, молчи. Али-Баба сходит с ума. Динары народу раздам. Али-Баба сходит с ума. Зайнаб, станешь вроде звезда. Али-Баба сходит с ума. Нас завтра проводят в зиндан. Зиндан в переводе тюрьма. Зарыли все, теперь устал. Налей мне чаю, сто пиал. Моя Зайнаб. Тебе несешь, везешь, пыхтишь. Тебе поешь, ты все молчишь. Моя Зайнаб. Дровишки рубишь, тащишь в дом, все деньги в дом, ты все молчком. Моя Зайнаб. Вах, что за слезы на глазах? Ты слова правды не сказал своей Зайнаб. Ах, вареный яйшак, три уха на бекре. Ах, бумажный я кушак, тюфяк, корявый пень. Слушай, слушай, слушай. Прошла ночь, солнце выспалось, небеса проснулись, разогрелось утро. Ушел Али-Баба. Ой, надо торопиться. Хозяйка, если ты, ой, надо торопиться. Без счета наше золото в земле лежит, от страха все дрожит. Ой, надо торопиться. Эй, Фатима, а, Фатима? Вот есть крупа, а мерки нет. Но есть крупа, вот, Фатима, а мерки мерить, значит, нет. Хотя крупы есть, Фатима, и даже много, мерки нет. Ты дашь мне мерку, Фатима? Ах, много слов, зачем так много треска? Ты мне невестка или не невестка? Здесь во дворе постой, а в дом не заходи. Ты мне невестка или не невестка? Циновки в доме чистые, Зайнаб. Не знаю, ноги мыла ли невестка. Циновки чистые, а мерка там. Там, в дальней комнате, постой, невестка. Крупы не сосчитать. Ну и невестка, мы медом кое-где пометим мерку. Посмотрим вечером, что даст проверка. Крупы не сосчитать. Ну и невестка. Зачем так много слов, так много треска? Я и невестка, или не невестка? Циновки ее чище моих ног. Подумаешь, циновная невестка. Мы бедняки, но чище наших ног. Не видел ваш порог, любезная невестка. Вот мерка для крупы твоей проверка. Верни мне к вечеру привет, Али-Бабе. Косым летает целый день, как беркут. Давно не виделись, привет, Али-Бабе. Верни мне к вечеру, ты слышишь, мерку. И в гости как-нибудь. Скажи, Али-Бабе, храни Аллах тебя, прощай, единоверка. Косыму наш поклон. Привет, Али-Бабе. Посмотрим вечером, что даст моя проверка. Крупы не сосчитать. Привет, Али-Бабе. О, солнце Персии, чего здесь не бывает? Здесь зависть победила стыд и честь. Скорей, скорей, скорей. Ой, надо торопиться. Скорей, Зайнаб, скорей. Устала поясница, как много. Ты смотри, во сне вам не приснится. Ну вот, уже конец.
теперь воды напиться. Какая тьма, какая тьма. Кто там, Зейнаб? Я, Фатима. Возьми назад. Благодарю. Бегу домой я, Фатима. Кипит похлебка на огне. Бегу. Спасибо, Фатима. Вах, много слов. Зачем так много треска? Ты мне невестка или не невестка? Это поспешила, убежала. Мерку та схватила, вся дрожала. И заплакала богачка в тишине. Золото сверкает на медовом дне, золотой динар желтеет на виду, на медовом дне и на беду. Сдохнут все мои враги. Вкусней не ел я кураги. Расшитый золотом костюм. Умней Касыма, есть ли ум? На кой мне черт и брат, и друг? Гранат мне слаще и урюк. Тащи, жена, еще изюм. Умней Касыма, есть ли ум? Богатство мужа береги, пусть сдохнут все мои враги. Зачем эти слезки испортили глазки? Фатима, ушел вечер плова, настал вечер ласки. Фатима, ах, нищий, скорей позабудь все дары. Фатима, твой брат на горе, ты башмак у горы. Эй, жена, Аллаха моли, чтоб тебя не побил, женщина. Твой брат и цали тебя перехитрил. Женщина. Ты самый умный, Касым, ты как золото считаешь, Касым. Пальцами. Перстами. А если много золота, ты как считаешь? Вах, вах. Ладонями, горстями. А брат твой бедный, чем, как ты считаешь? Дурацкими мечтами. Нет, 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 ошибаешься. Вот, 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 убеждаешься? Мерками, ведрами, горшками. Стой, Фатима! Куда ты? Подожди, подожди, куда ты так быстро? Ну, помедленнее, Фатима, подожди, что ты, что ты? Что ты, Фатима, останься! Мама, бабушка, прабабушка! Стой, не хнычь, слушай речь, хватит болтовню толочь. Я даю тебе ночь, думай, как себе помочь. А не придумаешь помочь, ухожу навеки прочь. Даю тебе честное слово, персидское честное слово. Не будь я судейская дочь. Я стану циновки сушить, я стану Али-Баба богатству служить. Я стану двоюродной женой или рабыней великого Али-Баба-баба-бабыни. А ты будешь вечно смешон и лавки этого дома лишен. О, я несчастнейшая из персидских жен. Прочь, Касым, прочь! Я даю тебе ночь, думай, как себе помочь. А не придумаешь помочь, ухожу навеки прочь. Даю тебе честное слово, персидское честное слово. Не будь я судейская дочь. Салям алейкум, здрасте, Касым, мой старший брат. Как сей восход прекрасен, так тебе я рад. Как говорила наша бабушка, кто
Кто обидел эти маленькие глазки? В моем доме нету жизни тишина. От меня ушла моя тишина. Лишь тобой моя душа обижена. В моем доме нету жизни тишина. Что за чертова заноза? Почему ты стал богаче? Моя жизнь была как роза, вся из лепестков удач. На базаре всем известно, я богатый, ты бедняк. Это мудро, это честно, это правда, это факт. Так? Как-то так. Признавайся, ворон старый, где украл свои динары? Честное персидское слово, я тебе зарежу. Слушай, ворон новый, слушай, брат невежа. Мне нечего скрывать, я не умею воровать. Честно, честно, не надо топать и кричать, не надо брату угрожать. Все, что смог я закопать, можешь честно отобрать. Честно, честно, вот под эту чинарой я зарыл свои динары. Успокойся, все пустяк, ты богач, а я бедняк. Это мудро, это честно, это правда, это факт. Слушай, вышло это так. Ну, как себя чувствуешь, собиратель историй? И значит, ограбил брат брата беднейшего, что ли? О, несправедливейшая из персидских историй! Косымы дурные всегда побеждать будут, что ли? Историю не обгоняй, собиратель историй. Ты мало слыхал о беде победителей, что ли? Пока с тобой я толковал, брат брату правду всю сказал. Про дверь и про Сим-Сим, про все, что было с ним. 10 мулов по 2 сундука. Немало будет. Напомни брату дома, пусть сидит. За мной пусть не следит. Не то, как звать его, забудет. Ты сам-то не забудь сказать слова. Ведь дверь-то может не открыться. Ой-ой, как кружится голова. Ой-ой, как голова кружится. Тяжелым будет путь до погребов, когда на город с гор наляжет тьма. Жди золотого мужа, Фатима. О, все мне и никаких Али-Бабов. А 2 мула по 10 сундуков немало ли будет? Ой, устал. Что теперь? Между скал дверь как дверь. Эй, Сим-Сим, откройся. Ой, ой. Ах, смотрите, все в коврах. Ах, смотрите в зеркала. Сокровища, сокровища, сокровища. Что в этих ящиках? Что в ворованных гулящиках? Открой еще, открой еще, открой еще. Ой, ой. Что делается? Багдадские духи, хорасанские масла, аравийский миллион, кувшины хорошо, золотые мечи, бубны, конки, флейты, кастрюли, мясо, фрукты, лепешки, халаты, чай, шербет, галам, халва, сокровища, сокровища, сокровища. Ой-ой, что делается? Надо хоть одну пещеру до конца.
Ой, что там виднеется? Деньги, шелка, индийские, сирийские, китайские. А 10 пулов под сундука немало ли будет? Тяжелым будет путь до погребов, когда на город с гор належит тьма. Жди золотого мужа, Фатима. Все мне и никаких али-бабов. А 10 мулов под два сундука немало ли будет? А 2 мула по 10 сундуков немного ли будет? 10 мулов по 10 сундуков немало ли будет? Эй, дверь, открывайся! Эй, дверь, открывайся! Ух, Фатима, ты будешь рада, не будь я косым. Ох, жарко без ночной прохлады, прохладной росы. Все заберу, мне все здесь надо. Вспотели усы. Заезжу мулов до упаду, не будь я косым. Ученая дверь. Ждешь словечко? Ага. Из чего масло выжимают? Ага. Конопля, откройся! Ну, как тебя зовут-то? Черт, я забыл. Ага, горох! Откройся! Вот упрямый зверь. Открывайся. У меня мулы простудятся, слышишь? Мычат. Эй, фасоль, откройся! Кто там? Ветер. Ага, уже ночь. Вот это да. Эй, Али-Баба. Как ты там говорил, а? Овес, конопля, конопля уже была. А, ячмень, дорогой, открой. Синай, Арарат, Магомед, спасите от бед. Ты что, сердитый стал, что я так много взял? Пожалуйста, я не жадный. Хочешь, смотри-ка, этих шаровар. Вот тебе 5 пар. Нет, это 2 пары, ладно? Вот, кладу обратно. Теперь тебе приятно. Приятно теперь. Открывайся, дверь. Капуста, откройся. Свекла, редька. Чесночок! Так нечестно, старичок, ты что, совсем без сердца? Ша! Ой! Я чихаю, как от перца. Али-Баба, чтоб ты сдох, проклятый врушка. Эй, укроп, морковь, петрушка. Вот это беда, забыл навсегда. Али-Баба, спасай, братушка, Али-Бабашенька. Али-бабушка. Сим-Сим, откройся. Ой, спасибо. Немножко забыл. Немножко память, как у верблюда. Сим-Сим, откройся. Сим-Сим, открыл. Вы все сюда, а я отсюда. Как тебя зовут, разбойник? Я разбойник. Я Сим-Сим. Ты, по-моему, покойник. Эй, Ахмед. Я Ахмед, сорви голова на дворе, трава на траве, дрова. Займись-ка им. Ты кто такой, пустой тюрбан? Я этот... Добрый вечер, атаман. Я Фатима. Нет, я муж конопли. Конопля, пещерка, дверка. Я все забыла. Смотрите, Хасан. От страха разбойника перекосило. Он стал от жадности совсем косым. Ой, вспомнил. Меня Касуд зовым. Зовут Касум. То есть зовут Касем. А вас зовут Сим-Сим. Откройся. Ахмед. Я Ахмед. Сорви голова. Есть, сорви голова. Не надо, сорви голова. Не надо, сорви голова.
Сим-сим, сезамчик, откройчик дверь. Я больше не буду воровать. Я больше не буду воровать. Сезам, сим-симчик, ну открой мне дверь. Сезам, слезам не верит. Ахмед. Я Ахмед. Касым. Я Касым. Закройся. Я дам тебе золото, Фатима, а брате молчи навсегда, Фатима. Али-Баба. Ты будешь у нас и сыта, и согрета, но тайну забудь навсегда, Фатима. Али-Баба. Для жадных, для добрых свой путь, Фатима. Касым был Касым, ну и пусть, Фатима. Он братом мне был и останется братом. Как умер он, тайна моя, Фатима. О, Али-Баба! Бедняк, зови бедняка, завтра будет веселый базар. Приходи, у кого рваный есть пирохан, съели горные волки Касыма, как я вам сказал. Угощаю за брата, подставляйте карман. Все богатства Касыма беднякам он сказал, братец горным достался волкам он сказал. По желанию брата бедняки будут сыты всегда, подставляй свой карман. Бах, веселый базар! Ты думаешь, я бедный и голодный, и потому худой? Вот Мустафа такой бедняк безродный, он потому худой! Ты думаешь, Али султану неугодный, и потому худой? Нет, 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 ошибайся! Вон, 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 ошибайся! Целый день поет он и танцует он. Вот что мы очень любим, какой народ. Слушай, я вижу глазами, это совсем не пирохан, а надо совесть тебе. А ты знаешь, кто ты такой? А, я такой. Это ты такой совсем. Тебя базар за человека не считает. Тебя базар как тряпка продавать хотел. И сам ты вот к нему больше не нужен. Конец. Всей истории конец. Всей конец. Ай, слушай, иди своим путем, прохожий посетитель рынка, собиратель истории. Дай мне спокойно починить этот каблук. А кто может человеку помешать кумекать? Зачем красным красна щека у Мустафы? Каблук давным-давно починен человеком. Кто может мне, скажите, помешать кумекать? Ты очень хитрый, очень, я прошу прощения. Наверное, хитрым стал задолго до рождения. Родиться ухитрился ты без разрешения? Без разрешения мамы, я прошу прощения. Но ведь истории твоей не конец. Ну, не конец. Так расскажи, что было дальше, наконец. Молчи, хитрец. Эй, мальчик, у тебя память ясная, как персидское небо. Почему Мустафа не любит вторую половину истории Али-Бабы? На это у него причина есть. Нет, ты скажи, зачем бедный глупец может так одуреть от динаров, от золотых монет? На это у него причина есть. Нет, ты скажи, почему Мустафа Болтун один раз вел себя совсем как Мустафа Болван? Мальчик, почему ты молчишь? На это у меня причина есть. Да,
Если ты болтливый старичина есть, в дела людей не суй свой нос, не лезь. Тебе, сынок, не отвечать причина есть, кто главный на базаре дурачина есть. Ах, горы Персии, солнечный край, леса густые, ходи и наблюдай. Если бы Али-Баба зашел за перевал, он узнал бы, что Хасан бандитам приказал, он узнал бы, как своей он жизнью рисковал, если бы Али-Баба зашел за перевал. А что за перевалом? Разбойничий привал. Там, за перевалом? Там, за перевалом. Там, 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 там. Разговоры кончать, встречать атамана! Обскочи весь белый свет, никого умнее нет нашего Хасана! Браво, браво! Ну что вы, браво! Проживи 2000 лет, никого моложе нет нашего Хасана! Браво, браво! Ну что вы, браво! Обскочи весь белый свет, никого смелее нет нашего Хасана! Солнце Персии согрет, получи, Хасан, привет! И Хасану! Браво, браво! Ну что вы, браво! Честно скажу, хвала не отрава. Спасибо, ребята. Конечно, вы правы. Слова восхищения совсем не забавы. У вас хищение, у нас хищение, у них хищение после нашего посещения. У вас восторг. Прошу прощения, на восторг нет воспрещения. Честно, ребята, хвала не отрава. Честно скажу, работать пора вам. Есть еще один куплет. Никого скромнее нет. Очень правильный куплет, никого скромнее нет вашего Хасана, вашего меня. Ахмед, иди сюда. Я Ахмед, царь и глава на дворе трава, на траве дрова. Надо поговорить с глазу на глаз. Ага, слушаю, мой атаман. Слушаю тебя, то есть вас. Увел любимца Хасан одноглазый. Скука, разбойники, скука. С глазу на глаз. Ахмед-то двуглазый. Скука, разбойники, скука. С носу на нос, сказал бы уж сразу. Скука нет, сухо на ухо. Тише, не злите Хасана. Песню. Старые раны. Любит Аллах в белых челмах все вершины в горах, а у нас старые раны. Пьет атаман, ест атаман, он живет как султан, а у нас старые раны. Люди живут, пляшут, поют, берегут свой приют, а у нас старые раны. Утром вставай, ешь, убивайся, отдавай на себе старые раны. Сладкие сны, мир без войны, мне отсюда видны все усталые страны. Кто мне простит? Нету пути.
мне вовек не войти в эти старые храмы. Нет ни семей, нет ни детей, нет ни кровли своей есть у нас. В челмах честный люд в городах, а у нас старые раны. Любит Аллах в белых челмах все вершины в горах, а у нас старые раны. Разговоры кончать, встречать атамана. Всем встать! Башки налево! Разбойники! Сообщаю новость. Вчера в нашу пещеру кто-то заходил. Кто-то знает про Сим-Сим. Кто-то забрал голову нашего врага и унес в город. Кто-то забрал наши сокровища, которые вы добывали горячей кровью и честным разбоем. Кто-то должен быть убит. Ахмед уходит в город. Ахмед смелый разбойник. Кто-то не уйдет от Ахмеда. А если кто-то уйдет от Ахмеда, тогда не быть Ахмеду моим помощником, тогда Ахмед будет съеден на обед дикими волками. Ступай, Ахмед. Мы ждем тебя с новостями. Ты знаешь, в честь твоего похода мы даже не будем есть до твоего прихода. Ахмеду лошадь запрягай веселой песней провожай. Выпишу моя команда, злая банда, атаманда, шито, крыто, крыто, шито вам. Сим-сим-сим. Четко, кротко, кротко, четко вам. Вы моего языка не видали? Здравствуй, добрый старик. Не знаю, как тебя зовут. Здравствуй. Зовусь я Мустафой. Снимай мешок дорожный. Позволь, спасибо, Мустафа. Узнать, ты человек здешний? Садись и слушай. Отдыхай. Я человек сапожный. Я понял, ты любитель разговора, я очень рад. Не перебивай, сиди и отдыхай. А что твой взгляд такой тревожный? Чей взгляд? Мой взгляд? Нормальный взгляд? А нет, ты прав, тревожный. У меня здесь умер брат. Вот так дела. Давно? Кто он? Скажи мне, если можно. На это сам ответишь, Мустафа. Я города не знаю, брата с детства не видал, но только что узнал, что день тому назад... В горах его загрызли волки. Ага. Пожалуй, волки, если больше здесь никто не помирал. Ай да чего, старый у тебя челба, лысина просвечивает.
Возьми на здоровье. Вот тебе новое, белее снега. Носи на память. Что же с братом? Спасибо, щедрый человек. О брате ходят злые толки, что будто бы не волки, а бандиты. Слушай, и не загрызли, Мустафа, не перебивай же, погоди ты. Прости, потом расскажешь все. Возьми динар, покажи дорогу к дому брата. Пошли. Спасибо тебе, пошли. История груба. Зато каков ваш третий брат, Али-Баба? Ты любишь брата своего, Али-Бабу? Кого? А, да, люблю. Он разве не в гробу? Косым в гробу! Ты помешался с горя! Али-Баба купил его дворец вчера. Живут одной семьей, не зная горя. А умер старший ваш, Косым, ты помешался с горя. Постой, где этот дом? Вот. Ага, спасибо. Возьми за помощь золотой, ступай назад. Еще один динар. Огромное спасибо. Вот это братья, да. Ступай, спасибо. Ага, вот камень. Никого мне нет нашего Ахмеда. Так, порядок. Сговори кончить, встречать атаман. Ну! Нет, не меня. Ахмед бежит из-за перевала. Мухаммед, быстро встречай! Эй, Зинаб, сестра моя, смотри, смотри! Что, потолок на голову упал? Кто на воротах крестик рисовал? На нашем доме белый знак, смотри! Возможно, дети, стоит ли кричать? Я плов поставила, мне надо наблюдать. Не любишь крестики, возьми да и сотри. Ай, подозренье мучает меня, что если крестики домами поменять, на всех воротах мелом начерчу, смотри, врагу Али-Бабы не видеть света дня. Мухаммед, готовь ужин. Ахмед, продолжай рассказ. Персидский базар, так? Глупый башмачий Мустафа, так? За два динара все отдаст, так? Пошел, указал, я нарисовал мелом белый крестик, так? Хочешь сейчас пойдем после ужина, хочешь завтра, так? Сейчас! По одному разбойнику из каждой десятки отца. Первый, второй, третий, четвертый. Атаман, а как же ужин? Ужин, ужин к черту. Ужин вам не нужен. Вперед, мою любимую, запевай! Поменьше есть, поменьше пить, побольше драться. С утра не лезть, а ночью бить, обогащаться. Не давать себе спать, а мозгам расслаблять наши мускулы. Эх, мускулы! Будем сечь, убивать, будем жечь, не давать людям спуску мы. Плачьте, бабка и дед, сын с папашей, привет! Дочки, мать! Эх, матери! Ночью город умолк, лишь гиена и волк нам приятели. Пам-пам-парарара, пам-пам-парарара. Гиена и волк нам приятели. И пока щебняк, приготовьте на днях всем базам, базам куда. Сундуки на распах, наша тайна в горах. Симси замкнуто, симси замкнуто. Поменьше есть, поменьше пить, побольше драться. С утра не лезть, а ночью бить, обогащаться. Так, всем молчать, слушать только атамана и меня, его помощника. Еще не помощника. Уже почти помощника. Вот, крестик белый, видели? Так. Здесь живет Али-Баба, наш враг и брат врага нашего. Кто-то был вчера в пещере, так кто-то это Али-Баба. Ахмед, а в этих воротах тот же Али-Баба или другой? Хасан,
Глядите, атаман, и здесь вот белый крестик. И здесь? И тут. Ахмед, сорви голова. Я, Ахмед, сорви голова, на дворе трава, на траве двора. Я смотрю на бороться. Мухаммед. Я Мухаммед. Сорви голова. Есть! Ах, Мухаммед, ах, разбойник, ну иди ко мне. Ну и как ты себя чувствуешь, собиратель истории? Я думаю, Мустафа, спотыкаться не стоит. Рассказывай дальше, с историей лучше не спорить. Не надо учить стариков, собиратель историй. Очень черные тучи опустил над горами Аллах. Очень краткие ночи случаются в наших горах. И ни эти, ни те не заснут в темноте. Одинокие слуги Хасана. И какой там покой, он горит как огонь. Одноглазый фонарь атамана. Кто-то напал на след, кто-то узнал Сим-Сим. Позор всем нам. Был утром убит Ахмед, кто хочет пойти за ним? Позор всем вам. Предатель стал Мухаммед, пора рассчитаться с ним. Позор всем вам! Пошел в кусты Мухаммед и в пропасть упал. Черт с ним! Кто-то напал на след, кто-то узнал Сим-Сим. Позор всем нам! А Сим-Сим в переводе «Сезам». Не отвлекайся, папаша, что дальше? Суета, суета, не заснут до утра одинокие слуги Хасана. И какой там покой, он горит как огонь. Одноглазый фонарь атамана. Кто не смелый, кто не хитрый, кто не наш, выйти просим. Ты не выдашь, ты не сдашь, ты не продашь, шутки бросим. О, Сим-Сим, врагу навеки отомстись, биться просим. По порядку предо мною отзовись. Раз, два, восемь. 18, 38. Лошадей запрягай. По дороге молчи. До городских ворот доскочи. Очень хитрую хитрость придумал хитрый Хасан. Он пришел на базар и сказал Мустафиле в глаза. И у Мустафили простафили золотые динары свет солнца затмили. Он пришел на базар и сказал, мол, такая судьба. Дескать, умер мой брат, покажи, где тут Али-Баба. И у Мустафили простафили золотые динары. А да, ты мне про Мустафили уже пел, дорогой Мустафа. Ай, прости. Вот динар от меня, чтоб карман твой не пустовал. Спасибо. Больше петь не буду, стал немножко уставать. Спасибо, собиратель историй. И сказал одноглазый Хасан, продолжай, Мустафа. Любезный сапожник Мустафа, возьми еще два динара, и прежде чем проводишь меня к дому моего доброго брата Али-Бабы, помоги моему другу Сулейману купить 40 кувшинов для оливкового масла, 20 мулов
И пусть небосвод твоей старости сияет звездным огнем твоей мудрости. Пустые слова золотой похвалы, они тоже, как деньги, помогают замутить разум. Зачем ему 40 кувшинов? Зачем новый брат у Али-Бабы? Зачем 20 мулов и еще какой-то Сулейман? И башмаки у одноглазого посетителя рынка в подозрительной пыли от горного камня. И Касыма убили в горах. Касыма убили, но замутили разум деньги. Мустафили, простафили. О, горы Персии, чего здесь не бывает? Был порядок на земле простым-простой, каждый пятый был совсем смешным-смешной, каждый третий был заметен головой, лишь один из миллиона был герой. Был порядок на земле давным такой. Извините, пожалуйста, этот мир сегодня стал больным-больной, очевидно, от погоды, от такой. Жил да был Али-Баба, жил да был Али-Бабой. Вдруг кричат, какой герой, какой святой. Этот мир сегодня стал совсем такой. Извините меня, пожалуйста, ай, мгновение прекрасное, постой. Кто не злой, тот, значит, парень золотой. Дайте быть Али-Бабе, дайте быть Али-Бабой. Не качайте восхищенно головой. Дайте быть Али-Бабе, Али-Бабой. Простите меня, пожалуйста, вот и все. Скажи, веселый бородач, как мне увидеть доброго Али-Бабу? Спасибо. Спасибо тебе, странник. Пускай нас называют добрыми после нашей смерти. А я сегодня, видишь, веселый Али-Баба. Али-Баба, как я устал. Али-Баба, моя ноша нелегка. Дай поспать у огонька, если б ты знал. Али-Баба, как я устал. Али-Баба, дай поспать у огонька. Мулы отдохнут пока, если б ты знал. Али-Баба, как я устал. А вот тебе моя рука, в дом ходи, поешь слегка. На востоке живешь, весь базар позовешь, на шабысе хорош. Если б ты знал, Али-Баба, как я устал. Али-Баба, ставь кувшины во дворе, отдыхать иди скорее. Ты устал ужасно. Ай, гляди на старика, его ноша нелегка. Гость похож на чудака, что в кувшинах сорока. Оливковое масло. Что-то будет. Фатима и Зейнаб, разговор бросьте. Плов, лепешки и вина приготовим гостю. Спасибо, почтенный хозяин. Иди к себе в дом, я иду следом. Только мулов привяжу. Ух, ушел. О, Сезам, врагу навеки отомстись. Шутки бросим. По порядку из кувшинов отзовись. Раз, два. 8. 18. 38. Сулейман. Здесь Атаман. Отвечаешь за эту ночь, назначаю тебя помощником. Объявляется война. Тихо крикнем. Тишина. Тишина.
разбойники. Эй, гость дорогой, хватит звезды считать, честное слово. Садись на ковер, будем петь, угощать вкусным пловом. Аллах да хранит этот чертог, мир сему крову. Чтоб я так смог, как ты мне помог, честное слово. Зинаб, Зинаб, где масло взять? Здесь мало дыблинов опять. Соседи улеглись и спать, мы увлеклись, где масло взять? Ох, сколько слов, что голова кружится. Ты мне сестрица или не сестрица? Иди во двор, там не души, вот до сих пор. Отлей кувшин, одолжим масло до утра. Потом вернем. Иди, сестра. Что-то будет, что-то будет, что-то будет. Ах, столько слов, что голова кружится. Ты мне сестрица или не сестрица? Неси им плов, бегу во двор, сестрица. Все вершины в горах, а у нас старые рады. Пьет атаман, ест атаман, он живет, как султан, а у нас старые рады. Да первый начал песню! Какой ковшин? Второй? Четвертый? Мы допоем, хоть тресни, пошел ты к Ахмеду! Нет ни семей, нет ни детей, нет ни кровли своей, есть у нас старые раны. Утром вставай, режь, убивай, все ему отдавай, а себе этого же атаману все перескажу Хасану. Ладно, молчим. Слава помощнику Сулейману. Обскочи весь белый свет, никого умнее нет. Сулеймана, Сулеймана. Все этого же атаману честная персидская. Прожили 2000 лет, никого моложе нет. Сулеймана, Сулеймана. Ой, что там было? Ой, ставь масло на огонь. Ой, моя Зейнаб. Я ставлю, ставлю, не дрожи. Да что с тобой, эй, Фатима? Я чуть не умерла со страху, бежать хотела. Ой, от вас, моя Зейнаб. Что там случилось? Али-Бабу позвать? Нет-нет, молчи, нам надо Али-Бабу спасать. Слушай, масло закипело. Нет, скорее, скорее бы, слушай. Там в 2 кувшинах оливковое масло, а в 38 разбойники. Ой. Ну, ясно, наш гость Хасан Одноглазый. Куда ты падаешь? Я, кажется, в обморок. Я там не была ни разу. Али-Баба, мы в окружении. О, Фатима, я сойду с ума. Какое нам принять решение? Ура, вскипело масло на печи. Беги, Хасана, развлекай, молчи. Что знаешь, виду не подай, молчи. А мы займемся тем, что на печи. Беги, не дай очухаться врагу. Ты вернулась из обморока? Да, будем торопиться, я бегу. Ну, помогай, Аллах, все карты у меня. Врагам Али-Бабы не видеть света дня. Так, по порядку кувшинов разливай. Ой, эй, эй, эй. Ай, гость дорогой, кушайте. Вот кровь, вот шербей. Спасибо. Али-Баба. Просим вас, пожалуйста. Плов, хороший плов. Просто первый раз такой получился. Что-то будет. Вкусно будет. А
Ай, хороший блов, ну просто первый раз такой. Зейнаб, лепешки где, что за обман такой? Простите, гость наш дорогой, Али-Баба такой. Всегда смешит, всегда бежит, смешной такой. Отличный плов, ну просто первый раз такой. Пойду схожу во двор, настал момент такой. Нет, у нас закон другой, закон такой. Сначала плов, потом поем, подряд такой. Так что, Зейнаб, а вдруг ему момент такой? Молчи, Али-Баба, гость вежливый такой. Сначала песня, а потом момент любой. Пойду схожу во двор, настал момент такой. Пойду схожу во двор, настал момент такой. И что, Зейнаб, а вдруг ему момент такой? И что, Зейнаб, а вдруг ему момент такой? Молчите, безголовые. Я кое-что придумал. Через полчаса вам станет легче, обещаю. На востоке живешь, весь базар позовешь, наш обычай хорош. А хорошая выйдет, да. Оно очень ярко. Очень хорошо, а теперь все вместе. Нет, милый, все вместе, сейчас пойдем во двор воздухом дышать, а ты с Фатимой будешь лепешки давать. Фатима где, а? А действительно, а где Фатима? Она с вами живет. Мы поем, ее нет. Пускай с нами поет. Да. Ой, конечно, Фатима, иди. Она идет, но я прошу, Али-Баба, один куплет. Не надо спорить, ты мне муж или же нет. Конечно, муж, но что-то странно мне, Зейнаб. Мне тоже странно и обидно, где Зейнаб? Зейнаб-то вот моя жена. Где сестра? Пойду схожу во двор, настал момент такой. Отличный плов, ну просто первый раз такой. Эй, нет, у нас закон такой, закон другой. Сначала плов, потом поем, подряд такой. Ты что, Зейнаб, а вдруг ему момент такой? Тут что-то как-то не заснуть мне до утра. Пойду пройдусь, ты извини, Али-Баба. Ну я прошу, Али-Баба, один куплет. Ай, гость поспешный, подожди, один момент. Я жду, дожду, а вот момента нет и нет. Ну я прошу, Али-Баба, один куплет. Ну я прошу, Али-Баба, один куплет. Гость дорогой, ради моей жены Зейнаб, давай споем еще раз, а? Что-то будет, что-то сестра. Да, Фатима. Что-то будет. Ах, красавец гость, храни тебя Аллах. Ах, смотри, еще красивее в зеркалах. Она мне нравится. Ну что ты, красавица? Ну-ка пойте, я станцую, скажешь ах. Пойте громче, сядьте быстро на коврах.
Она мне нравится. Что ты, красавица? Она мне нравится. Ну 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 что ты, красавица? Гостю своё слова сладкий, как халва. Гостю чайник чаю. Она мне нравится. Вкусно батьку поел, сладко поспать хотел. Она мне нравится. Спи, я тебя покачаю. Разбойник, покойник, все. С днем рождения, дорогой Али-Баба. Ты спасен, и дом спасен, Али-Баба. Зверь Хасан у нас в гостях, Али-Баба. Одноглазый атаман, Али-Баба. Ты спасен, и дом спасен, Али-Баба. С днем рождения, дорогой Али-Баба. Ты спасен, и дом спасен, Али-Баба. С днем рождения тебя, Али-Баба. С днем рождения тебя, Али-Баба. Ах, горы Персии, чего здесь не бывает? Здесь дружба победила смерть. Мальчик, мальчик, я совсем глухой. Что случилось? Что за праздник городской? Вот понимаешь, старик, праздник сегодня велик. Как интересная жизнь. Кто-то хотел помешать людям счастливыми стать. Неинтересная жизнь. Жизнь победила сама, ей помогла Фатима. Ах, интересная жизнь. Что было бы, если бы не было Али-Бабы? Неинтересная жизнь. Браво, старик, ты начинаешь слышать. Да, то, чего не услышишь, то довидишь. То, чего не довидишь, то дослышишь. А чего не очень поймешь, должен сердцем, да, чувствовать, так? Ты думаешь, я бедный и голодный, и потому худой. А Мустафа такой бедняк безродный, он потому худой. Нет, 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 ошибайся, вот, 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 не убеждайся. Этот вон персидский, но простой народ, очень много силы песням отдает. Целый день поет он и танцует, вот. Вот за что мы очень, вот такой народ. Персия, Персия, страна чудес. Если я, если я родился здесь, песнею с песнею теряю вес. Персия, Персия. Значит, праздник Навруз наступил наконец, а Навруз в переводе «счастливый конец». Нет, Навруз – Новый год в переводе. Ты мешаешь немножко вроде, а «счастливый конец» в переводе «гостей до дверей проводим», а «гость» в переводе персидского слова «будьте добры, будьте здоровы». За что нам так приятны неприятности, а нам зато приятны неприятности, что шли дожди опасности, ужасности, но после них сияет небо ясности. Мы проиграли в святости парадности, мы победили в песенности плясности, мы жалкие казаны одноглазые. Вы злые атаманы безобразные, али богатые принцы, но прекрасную, али победные победу празднуют. За что нам приятны неприятности, а нам зато приятны неприятности, что знаем мы. Прекрасно после
спасибо, солнце Персии, здесь сказка победила все.